наш курс, и теперь у нас будет серия задач институтского и уровня, и проблематики институтской. Это копии старых мастеров. Конечно, мы будем стараться выбрать картиночки такие для копирования, которые могут быть либо проданы как красивая копия, то есть более-менее актуальные в сегодняшнем дне, либо которые, скажем, портретные работы, которые можно переделать на портрет узнаваемого человека, как какого-то близкого, и сделать ему приятное. Но, тем не менее, мы попытаемся пройти путем создания картин старыми мастерами, чтобы вникнуть в эти способы классического изображения. Следующим шагом мы пойдем уже на более модернизированную живопись, уже будем рассматривать как пути решения задач современными художниками. Вот. И так будем наращивать свои знания и свои умения. Наша палитра резко расширилась сегодня. Вы видите, сколько здесь новостей. Это изумрудная зеленая. Это охра светлая. Это кадмий красный, который я еще не выдавил, но выдавлю. Все это родственники. Изумрудная зеленая родственница, как мы еще в самом начале заметили с вами, родственница голубой с желтой. Охра желтая, а это охра желтая, родственница желтой. Или смеси коричневой, марс-коричневой, темный, прозрачный с желтой. Будет тоже примерно этот цвет. Так что, ну а здесь родственность и так понятна. Поэтому бояться нечего, просто чуть-чуть сложнее. Чуть-чуть, соответственно, и богаче. Начнем мы с Шишкина. Поскольку пейзажная живопись вас в основном интересует, и от нее никуда не деться, то начнем с Шишкина. У нас будут и натюрморт голландский, у нас будет портретная живопись. И море Айвазовского будет. В общем, все будет и будет, по идее, интересно. Итак, разбавитель. Смачиваю холст. Когда холст смочен, конечно, страх перед ним несколько пропадает. Когда он сухой и немножко отторгает краску, то страх появляется. Поэтому мы с вами таким трюком стараемся избавиться от страха. Коричневый. Розовая. Ультрамарин. Набираем темноту леса. Его теневую темноту. Есть место похолоднее, то есть больше синего. Есть место более теплое, соответственно, больше красного, больше коричневого. Пока
И место, где будет небо, тоже закрасим. Для чего закрасим? Для того, чтобы вот эта грязца присутствовала не только здесь, но и в этом как бы чистом цвете неба. Чтобы сгармонизировать все. Чтобы цвет вот этой грязцы где-то помигивал и в небе. Его и видно не будет, а гармоничнее будет. Плотность краски вы видите. Она как бы прозрачна. Речечка, которая упирается в центр. Таким образом, тем, что она упирается в центр, нам легко найти ее. Более легко найти ее очертания, потому что центр найти всегда легко. Тени. Солнечный день, а солнечный день очевиден, синят. Наберем эту теневую. Через синий и коричневый. Легкий зеленоватый оттенок сформируется. Ветви коряжистые, то есть это не идея хлыста, это идея коряги. Наверное, камере пора отдохнуть. Угу. Опять же, от того, что ветви обычно на одном уровне, то и сучки эти тоже на одном уровне. Так, а вот эта встреча нам здесь не нужна. Я ее разрушу. При том, что как бы общий вид становится все более
узнаваем, но это все не финишная еще укладка, а предфинишная, потому что нам еще надо будет какие-то тонкие элементы доуточнять. Синий, изумрудный и коричневый. И кое-где надырявим, где мы перебрали плотности. Синий – это цвет, конечно же, пространства, поэтому он нужен в этом удалении. Но все-таки всюду чуть-чуть остается вот тот первобытный слой, где он еще, его присутствие не нарушает, как вот здесь вот у меня не нарушает. Идеи тона, то есть степени темности, там оставляем вот этот первобытный слой. Вот какая-то ветка в тени, которая зеленит через синий, через примерно как здесь, через коричневый и зеленцу. Сейчас уже закончил, Санечка. Ну что, друзья? Ой, сейчас. Надо же еще и светлых веточек подпустить. Вот тут она темная на фоне светлого, а здесь она уже светлая на фоне темного. Это всегда очень хорошо смотрится. Так. И немного здесь светлостей. И немного лиственной травы какой-то. Надеюсь, у вас тоже будет хорошо.